Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, у нас продолжение Resident Evil. Хоть количество просмотров, оценка и глубина просмотра, естественно, меня не радуют, мы начали записывать Resident Evil, значит, мы будем продолжать его записывать. Естественно, в прошлой серии мы решили с тобой загадку, и я хотел записать подряд несколько серий, но потом понял, что я не успеваю это сделать, так что вот так. Мне пишут, что здесь вот восклицательный знак горит, значит, нужно ведется... тут снизу написано, не исследовано, ведется поиск. Значит, вот этот вот коридор у нас с тобой не изучен до конца, да? Чего? Кто там справа щелкает ключами? Двор не изучен, оперный зал не изучен. Угу. Патронов у нас с тобой мало, крайне мало. Да, перезарядимся, чтобы наверняка. Где она здесь? Вроде нас не трогает, поэтому пойдем вот сюда. Напряженная обстановка. Я как-то целые сутки не записывал, и мне прям как-то здесь стремновато стало. То есть, если это делать подряд, то это не страшно. А вот если вот делать... Пытаешься раззадорить мой аппетит. Пошла в жопу, я с тобой не вожусь. Я не вожусь с тобой, я иду к своему любимому дружку. Все. И это меня услышал, да? Они мне не дадут сейчас по-человечески изучать все. Где она? Большая тетка, которая, как ее звать, забыл. Так, я не пытаюсь раззадорить твой аппетит, женщина. Я хочу здесь просто найти то, что мне нужно найти. Все, что от меня требует игра. Не более того. Опа. Так, это что? И все, что ли? Да, это здесь только нужно было порох найти. Я понял. Ну, пойдем тогда. Это у нас с тобой тупик. Да? Выходит тупик. Пытаешься раззадорить мой аппетит? Конечно, пытаюсь. Ёпа твою налево. Ты-то мне зачем здесь нужна? Расскажи, пожалуйста. Пойдем в окно. Ой, да, вот туда вот прямо пойдем. Там нас мухи не кусают. Так, кто-то сверху идет. Да, идет, падла такая. А та сейчас пропадет, когда мы зайдем вот сюда. Да? Да? Не-не-не-не-не-не-не, женщина, отстань. Я пойду во двор. Нахер вас всех. Возьмем дробовик и разнесем пару вот этих вот товарищей. Так, минус один, минус два. Так, она бессмертная, я так понимаю, да? Совсем бессмертная. Такой я снайпер, конечно. Угу, пойдем. Значит, ой-ой-ой-ой, она прям идет за мной идет. Это очень меня не радует. Посмотрим карту еще раз. Как следует, чтобы точно знать, куда нам нужно, как нам нужно и что нам нужно. Вот здесь написан восклицательный значок. Значит, здесь что-то есть. А что здесь есть, хрен его поймет. Сюда мы маску запихали, правильно? Правильно. Так, чего? И больше мне здесь делать нечего. Почему восклицательный знак горит, я не понимаю. Укрой маской слепой взор. Я укрою сейчас маской слепой взор. Мне бы найти эти маски, чтобы укрывать. Давай, не маши там своими когтями. Я хочу заняться поиском маски. Единственное, короче, нас что сейчас смущает, это то, что за нами ходит эта бобень, которая не дает просто нам покоя с тобой. Так. Бляха-муха, да чтоб тебя, ну. Да попади ты. Да ты живущая скотинка, я смотрю. Где она там идет? Идет же ведь, ну. Она же прям реально идет за мной. Как будто ей больше заняться нечем в этом поместье. В этом замке. Не вставай даже, ёп. Так, она идет прям за мной. Я понял. Ладно. Пойдем, значит, обратно.
Нам делать тут нечего. Хотя хрен его знает, может быть и есть что. Этих, как их называют, упырей ходит в вагон просто. Они не умирают, я так понимаю, они там возрождаются и возрождаются. Ну что-то нам нужно с тобой там найти. Пойдем купим патронов как следует, побольше. Продадим кристальный череп, который только что нашли. Ищите что-то конкретное? Да, конкретного ищу. Много-много-много патронов. Давай не все, а в сокровище именно, да, ага. И продать, да, хочу. Помалу, а там, глядишь, будет много. Смотри, оружейный, давай посмотрим, что мы сможем сделать. Мы можем улучшить пистолет. Урон пистолету можно прокачать как-то, да? В 110 урона. Это простая модификация, я быстро управлюсь. Хорошо, молодец. Темп стрельбы нам не нужен, перезарядка, боезапас. В целом меня все это устраивает. Устраивает меня боезапас и перезарядка, это ничего страшного, это ничего нужного. Вот это бы прокачать. Вот это бы прокачать, да. Давай урон, короче, прокачали. И давай купим патрончик. Я добыл для вас новые товары, мистер Уинтерс. А у тебя что, больше нет пистолетных патронов? Ты мне что, хочешь сказать, что... Что ты меня оставишь так на произвол, просто бросишь? Это не дело, дружище. Если ты правда хочешь спасибо так сказать, за покупку, то... Сэр. Ты поступаешь очень нехорошо. Ладно, давай тогда... Сохранимся. Не люблю я, когда я вот просто сижу туплю, но... мне нужно подумать. Мне, тебе, всем нужно подумать. Пойдем тогда в комнату, которая рядом с вестибюлем, вот в эту вот. Потому что это самая дальняя комната, и мы туда хрен когда попадем еще. Бабень вроде нас потеряла, поэтому пойдем. Чего? Что за музыка заиграла сейчас? Из-за угла бы сейчас никто бы не напал, был. Вот, вообще я не хочу этого. Вот она. Вот оно что. Здесь что-то не исследовано. А что здесь может быть не исследовано, если здесь ничего нет? Ну, серьезно. Ведь здесь есть только... Есть только лифт, которым, конечно, сейчас воспользуемся. Она идет сюда, что ли? Она идет сюда? Она где-то ходит прям вот там. Я не хочу, чтобы она сюда... Не хочу, чтобы она сюда шла. Безрезультатно. А что с результатом-то будет? Как с результата-то добиться, я не пойму. Мне напрягает, что она сейчас придет, зажмет меня вот между вот этим вот... как ее называют? Двумя дверьми. И все. И сломает мне ноги, руки. Что там она может сломать? Она же прям рядышком ходит. Я не вижу ничего здесь, чтобы можно было это что-то сделать. Это лифт, который может позволить нам подняться наверх. Значит, нам нужно с тобой, короче, пойти и на лифте на этом прокатиться с другой стороны. Ведь она прям вот она. Или же это такая акустика, что... Да, это такая акустика, твою налево. Нет, это не такая акустика, она вот она была. Вот это новости. Она прям рядышком со мной ходила, представляешь? А сейчас она пойдет вот здесь. Да, она пойдет здесь. Наконец-то мы встретились. Да мы особо и вот это, я по тебе не скучал. Женщина, смерть. Иди в жопу. Ой, блин, ёп, тихо ты, беги, 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 беги. Она там замахнулась так, я думал, она не попадет, она попала. Так, ну пойдем наверх, короче, пойдем наверх. Наверняка там что-то не изучено. Давай не будем глупить, откроем карту, не будем суетиться. Как здесь не суетиться, блядь, если здесь за тобой ходит бабень какая-то. Огромная бабень. Огромная бабень с когтями, блядь, что это? Что, как мне не суетиться? А это тупик, блядь, это ж тупик. Поиграй со мной еще. Да не буду я с тобой играть. Вас тут только не хватает, конечно. А это что же тупик, да? Да, это тоже тупик. А можно мне спрыгнуть с крыши?
Так, ладненько, давай посмотрим карту здесь. Зал наслаждений. Ёб твою мать, смотри-ка, подошел ключ. Пойдем. Куда прятаться-то? Вот куда прятаться. Все, нашел. Все, нашел. Здесь меня точно никто не найдет. Ладно. В зале наслаждений мы с тобой еще не нашли много чего, наверное. Обломки. Можно сделать патрончики. И на то надо... Да, пистолетных лучше купим. Там же пистолетные, они всяко пригодятся. Пистолетных всяко больше, блин. Не знаю зачем, но пистолетные лучше. Не знаю почему, точнее. Просто их больше, поэтому мне хочется их взять. В этом коридоре мы сделали все. Так, она придет сюда, нет, если я сюда зайду? Просто мало ли что, я не хочу... Не хочу, чтобы она мешала мне исследовать эту комнату. А она наверняка ходит по какому-то скрипту, и поэтому... Она сейчас меня... Погоди, а что это? А я что, ее закрыл, что ли, где-то? То есть я в этой комнате могу что хочешь делать теперь? Или нет? Подожди, я боюсь. Мне страшно, что она зайдет сейчас и укусит меня за жопу. Патрончики, патрончики, это хорошо. Здесь нельзя это испо... А, сюда... Не-не-не, возьми маску наслаждения, нам это не нужно сейчас. Я понял, можно вставить обратно, но это мы делать не будем. А почему тогда мне сейчас говорят, что нужно здесь что-то еще сделать? Типа здесь ведется поиск. Я что-то здесь еще ищу? Здесь вроде бы больше нечего искать. Я, конечно, может быть, уже совсем невнимательный стал, но... Вроде как, по мне, я здесь все нашел. Да. Поэтому маску эту мы сейчас отнесем ангелу этому, который там стоит в главном зале. Пойдем дальше. Так, ножичек мы уберем, потому что ножичек это такое себе. Так, здесь вроде никого нет. Уже радует. Патрон для дробовика. Это здорово, но только в количестве в таком маленьком они бессмысленны абсолютно. Две штучки это мало. Я боялась, что сестрица найдет себя раньше. Блять. Я что-то этого не сильно боялся, а окон здесь... Да уйди от меня, женщина, я окна ищу. Вкусно тебе, падла? Ломай! Ломай, говорю! Мощным ударом, каким мощным ударом? Что мне нужно сделать-то, а? Что за мощный удар? Погоди, бомбу надо какую-нибудь взять и бросить туда. Хотя, это глупо. Это же глупо, мощный удар. Какой здесь мощный, блядь, удар может быть? Да хватит, эти мухи мне мешают жить. Насколько мощный должен быть удар? Пожалуйста, расскажи. Ну давай, выберем. Сейчас мина взорвется, взорвется мина, сейчас взорвется. Для мамы ты тухловато, мина сейчас взорвется, и нам нужно сделать лекарство, чтобы его махнуть. Закрой, закрой, полей, бежим. Все, бегом отсюда. Ты испортил всю охоту. Проклинаю! Давай, умри. Умри, падла. Ну-ка, еще разок, иди сюда. Давай. Давай. Сдавайся. Убежишь! Да, уже убежал. Все, давай. Патроны зря тратить не будем и... На, еще разочек. Чтоб наверняка. Не знаю. Бесполезный бобень, на самом деле. Но было очень сложно найти, чем бы же взорвать эту стену. Что-то я понаг... Чего? Это что значит? Самодельная бомба. Круто, что она здесь есть, но моя эрудиция сыграла со мной злую шутку, и поэтому я взорвал миной. Миной взорвал, и все. А куда теперь? На улицу, что ли, идти?
Не, на улицу не надо нам идти с тобой. На улицу это глупо. А зачем я вообще тогда в это место заходил? Расскажи мне. Погоди, сюда нельзя. Сюда тоже, видать, нельзя. Значит, можно только в какой-то одно. О, здорово. Череп животного. То есть, все, здесь я тоже все сделал, да? Получается. Да, здесь я тоже все сделал. Хорошо. А что мне с этим черепом делать? Я, честно, не помню, куда его надо засунуть. А, маска... Подожди, маска наслаждения есть. Ключ это универсальный, который и... Ну и все, пойдем. Куда-то сюда нужно его присандалить, этот ключ. Точнее, череп животного, нет? Наверное, да, наверное, сюда. Так куда конкретно? Подожди, маска мне нужна для того, чтобы ангелу присандалить. Но взять я его не смогу. Взять я ее не смогу, эту маску, потому что она открывает мне дверь. Соответственно, что мне надо сделать? Маска ангела у меня есть, но я ее не могу использовать, потому что она. Потому что она открывает мне дверь. А куда мне надо это пришпандорить? А? Так, это все изучено. А можно как-нибудь дверку здесь подержать? Кто-нибудь подержит и... Погоди, а вот тут что? Я вижу что-то интересное. Сейчас меня запалит и придет... И она придет сюда. Да? Нет. Ой, да. От греха подальше. Не хочу. Я просто пытаюсь понять сейчас, что мне нужно сделать. Скорее всего, это повырезается все, но я все же хочу попробовать понять. Она прям ходит тут. Короче, я... Единственное, что я понял, это что если бы я попал в вот такую вот ситуацию, я бы никогда в жизни живым бы не вышел. Блять, идет сюда, собака. Ты откуда ты знаешь-то, что я здесь? Я на картах ползаю. Пойдет она за мной или нет? Если да, сейчас быстро заходим, ломаем, точнее, вытаскиваем маску и идем. Двух этих девок из мух, которые я убил, поэтому, как бы, ну как, да, идет собака такая. Ладненько. Хрен ты сюда проберешься. А, что делать здесь? Что делать? Что сделать нужно? Я... Куда этого рогатого пристроить? Не знаю просто. Вот у меня есть череп животного на доске. Куда его нужно пристроить, я не понимаю, потому что... Ну, череп животного и череп животного. А что с ним делать-то? Где у меня по сюжету должен был пригодиться? Ты знаешь, вот я нет. Я не то чтобы не знаю, я не помню. Может быть, он где-то и нужен был. Не пускают тебя, да? Вот и не пустят сюда никогда в жизни больше. Будешь знать, как гоняться за мной. Череп животного, череп животного. Маска-то просто вот она прям. То есть по-хорошему-то... По-хорошему-то все, а нет, говорит, нет. Не все. Ну, как бы еще можно посмотреть. Вот у меня вот эта вот вся территория вообще ни капельки не пройдена. Наверняка нужно пойти нам с тобой вот туда и на ту сторону. Может быть, там нужно что-то как раз этот череп животного засунуть. Ща, она утопает отсюда, и мы пойдем. Она по ковру ходит, я слышу. Я так понимаю, с ней нужно на каком-то расстоянии только ходить, вот что. Больше я ничего здесь не понимаю. Закрыто с другой стороны, блядь, она сейчас меня прям встретит. Вот она прям встретит. Да, встретились, блядь, очень хотелось с тобой встретиться, честно тебе говорю. Нет, слушай, там дверь закрыта с другой стороны, значит, нам нужно что-то другое предпринимать.
А вот чего предпринимать, хрен его знает. Женщина, отстань. Глупостями не занимайся. Единственное место, где я могу спрятаться. Мне нужно вниз спуститься. Давай спустимся вниз и пойдем. Куда пойдем? Смотри, вот здесь, вот здесь. Изучено якобы не все. Мы этому не верим, потому что я так хочу. Нам нужно на первый этаж. И по-хорошему мне нужно попасть нужно вот в оперный зал пойдем. Смогу ли я в оперный зал попасть или нет? Просто если могу попасть, то давай сходим туда. Но просто я не знаю, я сейчас хожу, круги вожу. Больше ничего как бы по сути не делаю. Просто в таких играх категорически мало времени на раздумья, а вот эта комната нам дает с тобой время подумать. Без нажатия там на паузу или еще чего-нибудь такого. Именно подумать, чтобы никто не ходил. Ой, чтобы это. Чтобы там все ходило, все делалось, а мы с тобой стоим просто и ждем чего. Чего? Мне показалось, как будто здесь какое-то действие появилось. Но, видать, нет, видать, показалось. Ничего здесь сделать нельзя. Вот этот краник бы открыть можно было бы наверняка. Все. Она, скорее всего, ушла. Если не ушла, значит, мы сейчас умрем. Хотя, что сразу умрем, а? Она же ведь безобидная, она нас убить не сможет с одного удара. Вон, идет. Пусть идет. Мы постоим здесь, подождем, пока она уйдет. Да хватит дышать так громко, ну. Я же знаю, что ты ее не боишься. Вон она, пошла. Ну и пускай идет. Мы-то ее не трогаем, верно? Верно. Так, ну, если мы здесь с тобой... Вот это, вот... Угу, конечно. Короче, не изучено, я так понимаю, только вот эта вот хренота. А она нам сейчас вообще не нужна. Блядь, она же идет опять сюда. Да? Не, она по своим делам ушла. Пойдем. Пойдем на первый этаж. Блядь, идет вон там. Сейчас выйдет из двери. Так, смотрим карту. Нам нужно вон назад, во двор и в оперный зал. Пойдем тихонечко, чтобы она нас, говорю, не слышала. Насколько она меня сейчас не слышит? Кто это? Кто это? Где это? Интересно. Вот так поворот, да? Ушли. Каким-то очень странным образом, но мы ушли. Ой, ой. Вот из-за вот этой вот пальбы нас сейчас запалят. Хорош. Все, отлично. Делов-то. Главное, чтобы она за нами не пришла. Потому что, ну блин, я не хочу, чтобы она за нами шла. Так, а это что-то... А, отсюда я забрал одну из масок. Понял, они вот в таких статуях. Я понял. Так. Ага, нужно нам с тобой идти вот в эту дверь, посмотреть, что тут. Тут, по-моему, заперто тоже. Да? Да, здесь... А, здесь не заперто, здесь просто не изучено почему-то. А почему не изучено? Что, я здесь не был, что ли? Глупость какая-то. Опачки. Все изучено. Так, пойдем обратно лучше. Хотя, блин, а что это за место-то вообще такое? Я же здесь был. Да, я здесь был, я просто не нашел ящик. Все, пойдем. Я так понимаю, может быть, я здесь где-то дрался с кем-то и поэтому упустил? Скорее всего, так и было. Пойдем вон туда, в ту дверь. И в зал оперы. Пока нас никто не трогает, никто нам не мешает.
сразу пистолет возьму, перезаряжу его, а то мало ли что. Всякое бывает. Вон туда, да, нам? Да, нам туда, в оперный зал. А я здесь был. Я здесь был, но, видать, что-то не доделал. Изучить. Серьезно, блядь? Музыкант, едить, клотить. Ты давай, тихо ты, блин, сейчас наиграешь что-нибудь, а за мной придут. Музыкант, ты хренов. А, что произойдет? Опа, ключ с отметкой. Вот, ключ с отметкой. Ключ с отметкой откроет нам сейчас все двери, вообще просто все двери, которые нам нужно было открыть. Да. Да-да-да-да-да-да-да. Ключ с отметкой, это вообще четко. А где он нам нужен был? В подвале, по-моему, где-то, да? В подвале. А как в подвал попасть, подожди? Как попасть в подвал? Кто бы помнил еще, как в подвал попасть? Было бы вообще классно. Ну, вообще, по логике вещей. Где я тут нахожусь-то? Я нахожусь вот здесь, и вход есть. Вход есть. Бляха-муха, где вход-то есть? Давай попробуем найти вход, конечно. На второй этаж нам, конечно, не нужно было, но пойдем на второй сходим. Мало ли что. Но мало ли что здесь не изучено еще. Оно здесь не изучено почему-то по-другому. По необъяснимым причинам каким-то. Так, ну это я трогал уже, это я помню. Это я... Пошла в жопу. Откуда она тут взялась-то? Блять, тупик. Не трать мое время. Прям из-под носа убежал. Ну-ка, побежали. Бежали вниз. Нам сюда точно было не нужно. Пойдем. Как она здесь оказалась, я не пойму. Как она сюда пришла? Просто как? Откуда она знала, что я здесь? Так, нам туда. Нам туда и явно не сюда. Так, пойдем вот в ту дверь, может быть. В ту дверь нас пустят. А, это не дверь. Непонятно. Но если это не дверь, тогда и не пустят. Чего? А зачем я это сделал сейчас? О, кнопка есть, которая разворачивает нас на 180. Это, конечно, очень важная фича здесь, но... Но, пожалуй, я ей пользоваться не буду. Она за мной пойдет? Нет? А то мне страшно. Так, куда мне нужно? Не, явно не сюда. Пойдем, значит, с тобой в... Нахрен отсюда, пойдем на выход. Где она? Она вон там, скорее всего, где-то ходит, и поэтому музыка заиграла, и я слышу ее. Да, с ней нужно просто... Просто на расстоянии на каком-то находиться, чтобы она... Чего? Нас с тобой не трогало просто, вот и все. Да? Да, вот на вот таком примерно расстоянии, на таком, на котором она нас с тобой не видит. Хотя здесь видеть не видит, такого понятия нет. Тут есть понятие преследует и не преследует. А она, подлюк такая, меня преследует, я побежал. Потому что она меня вообще видеть в принципе не могла тогда. Она меня каким-то образом запалила. Там, где вообще меня запалить было невозможно. Давай-ка с тобой решим. Решим в первую очередь такой вопрос с сохранением. Это самый важный сейчас с тобой вопрос. Попьем водички, и чтобы наверняка. Угу. Бедный, не кашляй.
Так, в подвал-то как попасть? В подвал где-то есть вход же ведь. Я забыл, где в подвал вход, представляешь? Забыл и вспомнить не могу. По-моему, где-то в камине был вход в подвал. Вон в том, наверное. Вон в том, наверное, в камине в подвал вход. Блять. А кто замуровал? А? Кто замуровал-то? Как войти в подвал-то? Я не пойму. Отсюда вход только в тупик, больше никуда. Пойдем дальше, значит. На карточку нажмем, посмотрим, что тут есть. G. G вниз. Лестница. Покой и утешение. Ёб твою мать это. Так вот, меня отвлекли, я немножечко задумался. Сейчас я вспомню, что я хотел сделать. Я так понимаю, нам нужно с тобой через кухню идти в подвал. То есть через кухню можно попасть в подвал, и это, естественно, очень тяжелый путь будет, но у нас вариантов других нет. Пойдем. Главное, чтобы нас бабенет не преследовала. Она ж в столовке была. Мы сейчас с ней в лоб в лоб просто встретимся. Нет? Тихо, аккуратно. Музыка заиграла, значит, мы где-то рядом с ней. А может и нет. Где-то здесь вход в подвал, поэтому... Добро пожаловать, как говорится. Спасибо за фонарик большой. Так-с. Ну, значится, мы сейчас... А, вон туда нужно идти. А, все, помню. Нет, куда я пошел? Да нет, подожди, там сквозной проход должен быть. Где он есть-то? А, рядом, ёб твою мать, вот он. А вот тут вот слева дверь должна быть, которая открывается ключом с отметкой. Да. Теперь открыто. Это хорошо, что она теперь открыта и... Ой. Так. Патроны меня совсем не радуют. Так, погоди. И что? Что за загадки? Нужно поджечь снова вот эту вот канитель. Бомба. А, бомбу вот эту вот сломать надо. И потом поджечь, я понял. Все, давай, хорошо. Что с мышкой-то, я не пойму, почему она... Что-то так она работает странно. А вот эту тетку не смутит, что у нее там подвал взрывается, нет? Неужели? Как все сложно-то. Так, и что, мы сейчас будем эксгумацией заниматься или что? Трупиков доставать из гробиков? Не хотелось бы, конечно. О, господи, бабку что ли похоронили? У нее такие же черепа были. Лазурное око, а куда мне его надо было засунуть-то? Интересно. Кристалл. Это хорошо, что кристалл, но... Но! В первую очередь, кристалл-то мне зачем? Мне нужно... Нужно куда-то око теперь засунуть. А, это просто это... Тень. Око-то мне куда засунуть? Око-то мне не нужно было никуда вроде. Я не помню, чтобы мне было где-то надо это... Подожди, особый покой тоже до конца не изучен еще. Погоди-ка. Может быть, я что-то здесь не взял? Наверняка что-то не изучено. Он же пишет, что не изучено. Значит, не изучено. Хотя он-то пишет, а я-то... А я-то что? Я как дурак хожу здесь сейчас. Подожди, сейчас я... Чутка микрофон подвину, а то опять говорю, как будто не тебе. И вот так сделаю прям. Раз, два, оп. Все, отлично. Блин, вот это вот... Загадки вот эти вот, они меня прям... Вы этого. Я не пойму, куда мне надо бежать. Точнее, опа. А, все, понял. Все, еще одна синяя комната, отлично. Пойдем. Где у нас еще есть красные комнаты? Где комнаты, которые мы не изучили? Наконец-то мы встретились.
Я не ждал встречи с тобой. Ой, вазочка. Патронов нашел. Женщина, уйди! Больно, блин, больно. Женщина, уйди отсюда. Не мешай мне, пожалуйста, я в оперный зал. Так, давай наверняка, чтобы не промазать по местоположению, пойдем сюда. Страшно, страшно, очень страшно. Да, вот ключ с отметкой. Отлично. Быстрее, блядь, быстрее. Ты наконец пришел ко мне? Нет, я не к тебе пришел. Я не к тебе пришел. Где окна? Эй, не поцелуешь? Не пробивается. И как быть? Бедный крошка. Че, у меня нет даже аптечки твою налево. Хорошо, что у меня была вот эта хренота. Смотри на меня. Так я делаю, ты нет? Нет, не так. Блять, убьет сейчас, убьет. Съесть прям сразу. Вот что надо было сделать-то. А я тупорылый, да? Ты злюка! Не бей! Уйди, не мешай мне тебя убивать, пойдем. Я-то на холоде не умираю, дурила. Зачем ты это делаешь? Чтоб ты меня не била. Чуть не убила, представляешь меня? А мне нет даже травки сейчас с собой. Не хочу убирать. Отстань, не бей меня больше. Так, оно восстановится само-то, да? Восстановится? Я надеюсь, что восстановится. Ох, блин. Травки бы мне сейчас вот здесь вот найти бы, и было бы хорошо. Даже не с чего сделать, представляешь? Не с чего сделать. Патрончики. Я тупанул, выстрелил, блин, все патроны из дробовика просто в стекло наверх. Надо почаще бы мне сохраняться хотелось бы. Тут кнопочки-то нет сохраниться. Не то, что в некоторых играх хороших. Нажал сохраниться и сохранился. А здесь вон сиди, ходи, ищи их. Сохранял Кэти. Травка. Что у нас там? Оно само восстанавливается до какого-то момента, нет? Просто мне вроде как уже не совсем плохо. Библиотека. Сделано еще не все, я так понимаю. Нужно здесь что-то еще найти. Так, ладно. Пойдем по стенам. Может быть, на стене что-то есть. На какой-то из стен что-то есть. Или вот на стеллажах, на каких-нибудь что-нибудь еще. Вон там окна. Вот почему было, нельзя было бы взять, просто отодвинуть эту сраную занавеску и выстрелить в окно? Нет, нужно нам с тобой потолок отодвигать целый. А, все, библиотека готова. Ладно, пойдем в следующую комнатуху. Это что за комната? А, это была уже комната, это нам не надо. Нам нужно вон в те двери. О, смотри-ка, открылась. Отлично, отлично. Так, где эта большая бобень? Зал радости. Сейчас прям порадуемся только так. Текс. Текс, здесь что-то. Здесь ничего нет. Я вижу маску. Маска радости. Что это за самогонный аппарат? Так, с этой тоже готово. Ой, теперь открыто. Я понял, что это за место. Так, хорошо. А там что? Там что за дверь? Ой. Ой. Что это за часовой механизм? Пусть прозвенят 5 колоколов в этом зале. Хорошо, сейчас 5 разков стуканем. Только после того, как соберем все, что здесь лежит.
Так, колокольчики, черепашки. Так, все изучено, но 5 разочек, короче, стукануть надо. Раз, два. Ну. Серьезно? А, 5 колоколов. То есть надо 5 колокольчиков найти, что ли? Ага. Ну просто один как висел, так и висит. Ладно. Ну, давай найдем 5 колоколов в этом зале. А где мне их найти, здесь 5 колоколов? Я даже второго не вижу. Не то, что 5. Ну да, он колокольчик качается, значит, уже типа использованный. Так, и чё, и чё, и чё, и как быть? Опа, второй вижу колокольчик, это уже радует. Можно подняться, чтобы не тратить патроны? Вот зачем меня искушаете и заставляете потратить патрон? Второй. Ищем третий. 5 колоколов. Я нашел только 2. Вижу один еще. Вон он. Тут нужны снайперские навыки, качество. Здесь пролетает он? Да, пролетает, сейчас стуканем. Отлично. 3. Наверняка где-то здесь должен быть. Угу. Четвертый. Нашли куда засунуть. Конечно, дружочки. Вижу пятый. Отлично, только это не в этой комнате немножко, да? Это какой-то обман уже. Или перевод неправильный. Так, что-то открылось. Открылась стена. Вырезать придется вообще вагон всего. Просто кучу всего надо будет вырезать. Просто представляешь, сколько надо будет вырезать. Так, я вижу улицу. Можно отсюда как-нибудь сбежать? Так, это использовать можно или сломать нужно? Подожди, а может быть тут что-то еще есть? Наверняка что-то есть. Подожди, я не должен уходить, прежде чем не найду все самое полезное в этой комнатухе. Потому что здесь что-то красное. Если здесь есть что-то красное, значит здесь можно что-то полезное сыскать. Да, травка. Травка. Это самое нужное здесь. Здоровье наше. Куда же я так поднимаюсь высоко? На чердак на какой-то, смотри. В сарае в каком-то на чердаке. Ой, козлик, козлик, козлика надо лупануть. Да, не-не-не-не-не-не-не-не. Пистолетные патроны я тратить не хочу, конечно. Да, нет. Ладно, потрачу пистолетный патрон. Зачем, не знаю, зачем этого козлика нужно убивать. Возможно, какое-то достижение дадут. Какое здесь можно достижение за козла дать? Здесь ничего хорошего нет. Мужик, приоденься. У тебя там змея, что ли, какая? А, это веревочка. Угу. Умер кто-то. А он не умер. Я ж тебе говорю, не умер. Я это знаю. Я в Dark Souls играл. Они так всегда лежат, а потом встают. Карта сокровищ. Давай без сокровищ, а? Мне сокровища не нужны, мне выжить нужно. Мне бы не сдохнуть, а ты сокровища мне какие-то. Кто-то кандалами скривыхает, мне кажется, это не к добру. Говорят, где-то в замке лежит некий кинжал цветов смерти. Это средневековая реликвия, покрыта сочетанием ядов из разных частей континента. Его якобы изготовили для убийства демонов и чудовищ. Звучит впечатляюще, но никто не знает, где он. То есть, я так понимаю, финальная битва наша будет с этой бабой, которую нужно будет убить этим клинком. Возможно. А возможно и нет. Ебать. Ты видел, что не видел? Нет мест для снаряжения. Выбросить часть вещей или перегруппируйте предмет в снаряжении. Переместите все ненужное в область справа. Все, делов-то. Чё ты, блин, меня задурил совсем. Ща. Хренак и другая кружка, прикинь.
новости какие. А кого тебе должен сейчас буду шмальнуть с этой снайперской винтовки, ты мне расскажи. Ой, это новости какие-то. Так, чердак, ладно. Кто-то справа такие звуки неприятные издает. Ой. Ой. Не-не-не-не-не-не, мне нужно вот это вот быстрый доступ назначить. Вместо этой бомбы. Мне бомба не нужна в быстром доступе. Я ее и так могу использовать. Так, и что, мне по ним нужно стрелять? У меня 4 выстрела как раз. Видать, да. Видать, да. И они мне как-то сейчас хорошей службы не сослужат. Минус одна. Ворона. Подождем, пока сядет еще. Да их там миллион. У меня 3 патрона всего. Ладно, пойдем. Снайпер. Это из-за того, что я так далеко его убил или что? А что это за комары такие большие летают, я не пойму. Не, здесь я не убью его. Так, погоди-ка. Замок Димитреску. Я знаю, что это замок Димитреску, просто мне нужно понять, где патронов взять столько. Снайпер элит, я играл, конечно, там так же было это все дело. Они нападают на меня или нет? Или они просто летают? Может, они мирные вообще? Че их убивают просто так? А? Зазря патроны трачу. Тут ходит справа, нет? Все, лифт появился. Твою налево. Вот оно что. Патрон для снайперской есть? Есть, отлично. Ой. Они хилые. Они хиленькие, твою-то мать. А я думал, они серьезные какие-то противники-то. Или думал, что у меня снайперская винтовка, офигеть, какая мощная. А это, оказывается, просто они такие хилые. Вот оно что как. Ой, тихо, кто там летит? Они летают, они вон с одного выстрела с дробовика умирают. На лифте я не хочу пока кататься, я хочу... Тихо. Ты давай не этого самого, так не делай больше. Я же испугался. А, у меня патроны кончились. А, ты больше не сделаешь. Ну-ка. Ну-ка. Не хочу в полете стрелять, потому что я промажу. Ой. Сидит. Голубчик. Он прям надо мной. А, можно и в живот стрелять, я понял. Тогда не промажу. Вопросов нет. Ладно. Ладно, а что поделаешь-то? Ладно. Патронов маловато осталось, вот это вот грустно. Всего 2. Так, денежки где-то нашел. Где нашел? Вот. Порох нашел. Порох это важно. И порох это самое главное... Что там? Составляющая наша с тобой для пулик. Пульки делать из них будем сейчас. Пистолет. Пистолет он мне сейчас особо не нужен, он слабенький. Пистолет слабенький. Крыши не изучены, опять же, до конца, хочу заметить. Пистолет слабенький, но стреляет, это хорошо. Хорошо, он не ломается, а то я... Не помню, в пятом Resident Evil... То ли в пятом Resident Evil, то ли это какая-то другая игра была. Клинило пистолет постоянно. Ой, это... Зиплайн. Как в рафте прям недавно катался на зиплайне. А тут уже в Resident Evil такая же ерундень. Так, колокольня. Колокольня это хорошо, но... Может быть что-то здесь есть? Еще нет. Нет, здесь больше нет ничего другого. Пойдем дальше. Я вижу еще один... еще одну маску.
Три маски у меня есть. А вот четвертая, я знаю, где находится, но я не могу подобрать. Потому что там что-то мне мешает. Например, закрывающийся забор. Решетка закрывающаяся. Ну ладно, пойдем вниз. Может быть, где-то нам с тобой расскажут, как подобрать четвертую маску. Возможно, а возможно и нет. Я понял. Я понял, как я сюда пришел. Я понял, где я нахожусь. На крышах, опять же, что-то я не подобрал. Что не подобрал, я не пойму. Вроде бы я сделал все здесь. Хотя, кто знает. Может, и не все. Ну, погоди, давай посмотрим. Вдруг что-то на самом деле я здесь пропустил. Возможно, всякое бывает. Так, да, может быть, я туда не прошел. Может быть, здесь что-то есть. Нет, здесь тоже ничего нет. А и как? И что? И что я здесь мог пропустить тогда? Здесь больше ничего нет. Что здесь изучается-то? Здесь ничего больше не изучается. Я здесь все подобрал уже. Так, ну это окна, это не трогается. Тут тоже вроде ничего нет. Да все. Мельница какая-то, смотри. Музыка противная такая, звуки издает прям, фу. По ушам ездит. Единственное, где я могу пропустить, это вот здесь. А что я здесь мог пропустить, я не пойму. Нет, я ничего не пропустил. Ладно, пойдем дальше. Крыша-то крыша. Может быть, какой-то опять блестящий кристаллик, но его в жопу. Кристаллик этот. Сейчас чайку еще махну, а то что-то мне уже лицо сводит. Серия у нас с тобой получается очень длинная. Ну что поделаешь? Вы сами ездите или что? Изучить, говорит. Изучаем кнопки лифта. Мы спускаемся как раз вниз. Там, где лифт не работал. То есть сейчас мы идем. Идем. Вижу что-то. Что-то там было. Вот что мы здесь не изучили-то. Ну и ладно. Мы не будем это изучать, потому что сейчас стрельнем. К нам придет эта бабень белая. А она нам не нужна совсем. Где нужен алый глаз? Вот этот не алый, а как он там называется? Ой, рога. Погоди, я просто... Опа, блядь. Я пошел. Я пошел, говорю же ведь. Я вас не буду отвлекать, женщина. Не буду задерживать. Пойдем. Трех дочерей, точнее, я ее убил. Поэтому бояться нам с тобой больше нечего, кроме ее самой. Здесь я уже ничего не найду. Заходи, Чейтон. Смотри. Что нужно сделать? Я могу любые модификации на оружие за очень скромную мзду. Да я вижу, какая у тебя скромная мзда. Я не хочу у тебя ничего покупать. Здесь ничего больше не прокачивается. Чё давай покупаем? Мы его продадим. Так любил приговаривать один мой друг. Сокровище? Сокровище продадим ему. Мелочевка. Ясно. Мелочевка. Смотри, какая дорогая мелочевка. Помалу, а там, глядишь, будет... Лазурное око никуда не нужно, оно просто... Серьезно, оно просто продается, оно не нужно. А я думал, оно такое же, как и то, которое нужно было по квесту. Так, карта сокровищ. Dungeon Master. Кухня. Treasure. А чё, я ж там был. Разве нет? В гробу этого дворянина лежит ценная фамильная реликвия, но он чертовски хитро закрыт. Надо бы вроде осветить путь. Это я был там. Да, мы с тобой там были только что. Семейное фото. Здесь ловить нечего. Маска радости, маска гнева.
череп животного на доске. Мне не терпится увидеть ваши новые находки. Мне самому бы не терпелось увидеть. Так, лучше тыка, методом тыка будем это делать. Больше некуда бежать. Да я не собирался. Я особо не бегаю от тебя. Чем я от тебя бегаю? Играй свою роль. Ударит. Не ударит. Не ударит, конечно. Как ударит она меня еще, ага. Придумала тоже. Пойдем посмотрим, что у нас там есть. А где у нас там-то? Там-то у нас где? Что у нас с тобой по вот этой вот по карте? А как мне к ней еще раз Вон еще одна лестница. А со второго это или с первого этажа? Явно не с крыши. Явно это дело с первого этажа. Да? Нет? Подожди. Чё-то я вообще тогда не пойму. Вниз можно спуститься на терраску к ней? Угу. Все, конечно, здорово, но... Прям вовсе меня не радует. Почему я здесь не могу за... Могу. Чё я туплю-то? А куда я могу? А никуда я не могу. Все, все, приехали, блин. Мне бы вон туда попасть, молодой человек, пожалуйста. Не пугай меня, женщина. С какой стороны она зайдет? Дышим тихо, медленно, спокойно. У меня есть ее помада, которая какая-то дорогая, очень хорошая, и я не особо понимаю, что мне с ней нужно сделать. Так, мне кажется, что я попал к ней в терраску именно вот так. Хотя хрен его знает, так это было или не так. Если что, я повырезаю все. Я и так повырезаю миллион всего, но что ж поделаешь-то? Так вот, мы продолжаем. Я решил все это сделать вообще в одну серию. Мне кажется, это будет самым оптимальным вариантом. Не то, что в одну серию, в один раз записать. Потому что игрушка-то вроде как, я так понимаю, не особо длинная. Не то, что не особо длинная, тут часов на 7, наверное. И проходится она просто вот так вот разом. Потому что если я буду проходить ее за миллион подходов, то я ее не пройду никогда в жизни. Что-то за музыка напряжена, я не пойму. Как будто со мной кто-то ходит. Но за мной же никто не ходит. Чё-то обликует все постоянно. Я вообще не пойму, что нужно взять, что нужно не взять. Води. Опа. Все, патрон нашел. Изучено. Все отлично. Пойдем дальше. Да не цепляйся ты за все подряд. Нам здесь некого бояться. Мы здесь всех поубивали, поэтому... Ну, типа... Подумаешь. Ну, вылезет если один, но ничего страшного. Одного мы убьем. Так оно работает-то, да? Калашка-то это. Да, видать так. Пистолет у меня есть. Блин, какой долгий путь был. Сохранимся. Кстати, это может сохранялка просто так отображается-то? Скорее всего, так она и отображается. Чё я туплю-то? Чё я тупанул-то? Так, а выхода-то здесь и нет. Я понял. То есть здесь вообще вариантов нет никаких больше, да? Здесь все изучено, и делать здесь больше нечего. Ой, ладно. Пойдем дальше. Блин, опять через низ идти. Я прям подустал уже, я записываю уже, наверное, третий час подряд. Или второй, или четвертый, я даже не знаю уже. Миллион лет записываю, сижу здесь. Хочу, чтобы игра прошлась сразу. Потому что она активности особо не набирает, она... как называется? Она
просто началась на моем канале, поэтому она должна закончиться на моем канале. Так что, чтобы ее не тянуть 150 лет, нужно ее пройти сразу и все. Пошли, 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 пошли. С бабенцей, если ты надо что-то решать. Дверь уже все открыты. Маска знает, где последняя находится. То есть остается-то по факту хрен да ни хрена, а вот... Чего? Она где-то прям рядом ходит. Ну да, она, скорее всего, вон там где-то шла. И сейчас придет к нам. Ладненько. Значит, нам с тобой нужно идти в оперный зал. Скорее всего, там что-то у нас не найдено. Крыша — это ерунда все. Смотрим по первому этажу. На первом этаже не изучен только вот этот вот хренотень рядом с вестибюлем. И то из-за того, что там висит кристаллик наверху. И не изучен... Что не изучен-то? Все остальное изучено. Ну-ка, ся, годи-ка. На терраске сохранялка. Что за под землей? А что такое под землей? Мне не нужно это. Мне нужна была не деревня, мне нужны здания были. Получается, в главном зале на лестнице где-то что-то не найдено. А, ну опять же, там кристаллик. В оперном зале что-то не найдено. Вот в оперном зале нужно нам с тобой посмотреть. Да? А где оперный зал? Оперный зал сначала нужно выйти, потом зайти в дверь, которая напротив. Ну, пойдем. Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. И двор изучить полностью, потому что во дворе что-то явно недоделано. Женщина, не мучайте меня своей компанией. Я не хочу с тобой даже... Не хочу даже с тобой, это самое, общаться. Глупостями не занимайся. Может, тебя это, грохнуть? Да хорош, хорош, женщина. Угомони свои таланты. Я не хочу тебя даже видеть. Погоди, это был первый этаж или второй? Это был первый этаж. Первый якобы изучен. Пойдем на второй этаж. Бежим. Здесь тоже вроде как все сделано. А вот тут вот что-то не сделано. А что здесь может быть не сделано, я вообще... Я ума не приложу. Мне по-хорошему бы ее прогнать отсюда. Как-нибудь. И заняться своими делами. Потому что, ну, это просто... Просто она мешается. Она серьезно очень сильно мешает и... А что с ней делать, я не пойму. Что-то нужно сделать на втором этаже. Что здесь сделать можно? Я вообще не предположу даже. Навстречу, главное, чтобы не вышло. Все, самому главное не запутаться в ней. В этом оперном зале. Ходит за мной все еще, нет? Что-то она, по-моему, зависла там. А это тупичок, хочу заметить. Это-то тупичок. Нам отсюда не выбраться. Есть что? Да, нам отсюда не выбраться, есть что. Ну что поделаешь-то? Шарик можно сюда запихать. Уйди! Попала. Блин, попала же, попала собака такая. Попала по мне прям своими когтями, твою мать. Что ты за женщина такая? Противная ты баба, конечно. С тобой, блин, даже это... Чего? Какой... Замок несложный. Давай быстрее. Соображай. Ой, круто-то как. Ой, круто-то как. Ну да, конечно, давай. Махни.
Чё, и оперный зал готов. Ну, пойдем на улицу тогда. Все, здесь нам ловить больше нечего. Пойдем с тобой во двор. Во дворе наверняка что-то полезное найдем. Пойдем попробуем маски засунуть. Все, в жопу. Так, здесь все изучено. Пойдем маски сувать. Пойдем засовывать маски. Так, здесь что у нас написано-то? Ой, я что-то засунул. Наверняка куда-то подойдет. Так. Ой. Полыхнул, почти все полыхнуло. И все же не открывается. Ладно, пойдем сохранимся. Не бей. Смотри мне, не заходи сюда. Мужичина, вы мне расскажите, вам, пожалуйста. Что-нибудь подсказать? А, я, кстати, хочу заметить, я розу ищу. Нет задачи важнее, чем добыча товара. Самое главное, задача розу найти. Важнее. По-моему, мы немножечко уже забыли, что делаем, и... И уже просто получается, что мы ходим, пытаемся бабенету убить. Давай купим вот эту вот штуковину. Хуже не будет. Спасибо. Здоровье у меня вроде сам. Есть пока. Обращаюсь. Я могу еще прийти, у меня денег в вагон. Просто 50 тысяч лей. И погоди. Что мне нужно сделать сейчас? Мне нужно сделать вот что. Эта загадка решена. У меня есть в инвентаре череп животного на доске. Куда мне его пристроить, я не знаю. Я даже ума себе не приложу. Серьезно. А у нас с тобой не изучен только двор, получается. Вообще только двор не изучен. По факту-то... Оперный зал... Как оперный зал не изучен опять? Я не пойму. Как оперный зал оказался неизученным? И крыши. Ну, крыши, ладно. Крыши я там вообще не понял, что там нужно найти. Двор, вот тут вот камушек. А, ну вот тут вот тоже камушек. А вот в оперном-то зале, что я не пойму, это второй этаж. Второй этаж оперного зала. Блять, я думал, она меня заметила уже, и поэтому бежал туда очень уверенно. Все. Давай переждем здесь. Чтобы... Лишний раз не мучиться. Я потом пройду просто и изучу весь двор досконально, без нее. И изучу второй этаж в оперном зале. Ну, чтобы наверняка. А то я могу, я же знаю себе, я могу просто что-то пропустить, а кажется, что там оно прям на меня смотрело. Уходи давай. Все, она уходит. Ну и что ты там встала? Она идет обратно или ходит, уходит дальше? Все, пошли. Она сейчас мне вот здесь вот выйдет. Не, вроде не вышло. Это хорошо. Так, ищем оперный зал. Оперный зал слева. Второй этаж оперного зала почему-то оказался не изучен. Хотя я только что вместе с тобой изучил все это. Все, что там есть. И все, что там было. Вообще не пойму тогда, что здесь нужно сделать. И куда? И куда здесь нужно что-то сделать? Может быть, сюда как раз маску этого... Ой, маску этого... Череп животного вставить нужно? Я просто вообще потерялся тогда. Просто вот она... Отмычка была использована. Здесь что-то было сделано. Здесь картины, здесь гардины, здесь еще какая-то дичь.
Что здесь еще-то можно было сделать? На втором этаже оперного зала. Ну, единственная вон та комнатка, она мне как покой не дает. Но что там еще-то могло быть? Пойдем, конечно, она нам сейчас не мешает, эта тетка. Может быть, что-то здесь лежит? Такое, что нам даст какую-то разгадку. Помада мне, кстати, ее зачем-то... Кстати, а где помада-то ее? Это в сокровищах помада, елки-палки. Так, и чего? И до сих пор еще нет, да? Не изучилось. Так, ну погоди. Погоди, я просто сейчас не до конца понимаю, наверное, самого процесса и самого понятия не изучено. Вот эта ерунда уже подсветилась 150 раз, если бы я что-то здесь мог бы сделать с ней. Правильно? Правильно. Здесь тоже делать нечего. То есть эта комната явно нам пользы никакой не принесет. Соответственно. Давай остановимся и подумаем. Что здесь в принципе может принести нам какую-либо пользу? Вот эта комната, она не обладает какими-то вообще важными свойствами. Кстати, обои могут поджечься и пожар случится. Можно разбить вазы, но толку-то от этого никакого не будет. Правильно, правильно. Вазы — это просто вазы. Это ничего они не делают. Что вот это? Это я все читал. Я все это делал. Я смотрел на эту картинку. Точнее, читал эту книжку уже дни после процедуры и все дела. Это то, как они в мух превращались. А дальше-то чего? Ну серьезно, здесь даже ничего не сверкает. Может, я, конечно, слепой. И что-то все-таки сверкает, но... Это считается вторым этажом? А это уже не считается. Да, ладно. На примере с ящиками мы видим, что подсвечивается все... Сразу же, как только можно что-либо сделать. Так что здесь нужно просто походить и поводить овалом для того, чтобы понять, можно ли что-то сделать или нет. Здесь все сделано, так что... Сука, вот оно, вот серьезно? Сейчас придет к нам эта тетка. И куда она упала? Пойдем обратно. Пойдем в ту комнату, где закрывается дверь. Хотя, может, во дворе что поискать? Может, во дворе все-таки что-то есть? Тут не просто же так здесь это красным горит. Наверняка нет. Но тут также бы подсвечено было, если бы мы что-то могли сделать. Ворота, например, вот эти, они что нам? Они зачем нам нужны? Ворота бесполезны. Пока еще. Здесь сделать ничего нельзя. Поэтому сюда мы не идем. Можно залезть сюда, было бы очень здорово, но нет. Этого сделать нельзя. Соответственно, по краям этого двора мы прошли. Остается что? Остается надежда на вот этот тут тупик.
Но тут как бы надежды никакой быть не может, потому что это тупик. Вот и все. Получается, нас либо нагло обманывают, и что-то не прогрузилось, или же я просто слепой. Что вот с этой статуей еще можно замутить? Ничего. Со столбами с этими, например, с опорами можно что-то замутить? Нет, нельзя. Они такие же бесполезные. Здесь у нас что? Вот на этой площади что-то можно сделать? Все, кирпич может вставить какой. Я не знаю, что здесь можно вообще придумать. То есть, прям непосредственно, чтобы что-то помогло продвинуться. Видать, ничего. Есть здесь какая-нибудь комната? Комната. Которая бы называлась по типу вот военный зал. Нет, военный зал — это явно не то. Ателье, зал радости. Нахуй, какой радости. Покой Димитреску, зал омовения, гардеробная, зал наслаждений. Да нет, здесь нет такого, чтобы называлось там типа охотничий зал. То есть куда можно присандалить этот так называемый трофей с черепом животного. Вот это что такое? Видать, ничего, видать, просто так. Зато к нам сейчас тетка это придет. Если мы выстрелили, она сейчас услышит и придет. А ей что стоит? Она придет же. Что там скрипит? Вот что там может скрипеть? Ведь не просто так привлекает наше внимание, да? Или просто? Ладно, скажу честно, я заблудился. Пойдем. Так, где она есть? Она где-то там, где меня уже увидела. Пойдем туда. Пойдем вон в ту сторону. И вот в эту дверь. Блять, а эта дверь ничего не дает. Или дает? Вот эта дверь, может, что дает? А где мы сейчас? В оперную заль, твою мать. Смотри, как хорошо. Как удобно просто обосраться, только я заблудился. Так, это тоже не то, что мне нужно было. Начнем с того, что вот тут вот что-то есть. Значит, нам нужно на другую сторону, да? Где карта? Только вот через вот это место. Через вот это место идем на другую сторону. Там, где был раньше тупик. Или не было раньше тупика. Погоди, это не то место. Пойдем попробуем зайти вот сюда. Зачем нам сюда? Не знаешь? Я тоже не знаю. Я заблудился. Вот это место. Но теперь... Мне нужно выйти. Каким образом хрен его просыт? Каким-то, скорее всего, очень интересным образом. Куда-то что-то вставить надо. Может быть, вон туда куда-нибудь. Может быть...
Здесь все красным этим. Здесь все синим нарисовано, значит все хорошо. Это не работает, это тоже не работает. Из пушки стрельнуть нельзя. Вылезти отсюда тоже никаким иным образом, способом нельзя. Хотя не факт. Может быть, можно что-нибудь здесь сделать? Чтобы наконец-то все закончилось. Просто маска-то у меня есть. Все, маску-то вот-вот, я беру, да маску беру. Нельзя использовать так. Подожди, если так нельзя использовать, то, может быть, его нужно разобрать? Не-не-не-не-не, череп животного. Серьезно? Это делается вот так? Да. Ой, господи. Они помогут мне выбраться. Теперь ты умрешь. Не умру. Почему сразу умру-то? Зачем так говорить? Женщина, угомонитесь. Я иду вставлять маску в ангела в этого. И все будет хорошо. Так, пойдем сохранимся лучше. От греха подальше сохранимся. Мужчина, не спите, я все вижу. Так. Все. Готов, дело-то. Ну-ка, открывай. Отворяй ворота, твою мать, быстрее. Быстрее. Побежали. Все, отлично. Улица. Твою мать, улица. Улица, представляешь, улица. И куда мы теперь идем? Здесь-то будет сохранялка какая-нибудь? Если есть, то это хорошо. А если нет? Наверняка здесь какой-нибудь меч, который как раз убьет ее там со всеми ядами, там со всеми вот этим вот... Да. Я беру меч. Так, мужчина, вам он больше не нужен? Я этого... Пожалуй, возьму его. Да ты далеко была, я первый сюда пришел. Я сюда быстрее явно пришел. Ну, мы в расчете теперь, женщина. Все. Вот тебе будет... Ой, меч-то улетел. Один раз зря ткнул, надо было еще разу. Что творится-то? Из красивого обеня, смотри, что происходит. Ой. Давай-ка мы сейчас... Хотя... Рано. А куда ты? Я хотел тебя сфотографировать. Она ж меня сейчас скинет просто, да и все. А башня стуканула только что. Ой, как больно-то было сейчас. Можно я вот так вот фоторежим сделаю? В поле видимости наоборот. Да, побольше. Ой, блин, фоторежим. Нет, не видно ни черта. Значит, показать свой внутренний мир. Я сфоткать хочу. А что надо делать? Убить ее или что? Или что? Надо убить ее? Убить-то это без проблем, если бы она умирала еще от того, что мы ее будем бить. Где она? Вон там где-то. Вон там теперь. Ой. Ну и дела творятся. А куда она улетела? Где ты? Может, наверху? Не, наверху нет. Да она плавает вон там где-то, булькает. Ой, тихо. Че нам надо выбросить-то? Выбросить по-хорошему надо нам... Не, взрывчатка. Да, взрывчатка нам нахрен не нужна. Вот так. А вот это взять.
Потому что это явно пригодится. Нет, все, применить. В области лишних предметов находятся важные вещи. Верните их в снаряжение. А может, ты пойдешь нафиг? Что здесь неважного, ты мне расскажи. Можно, конечно, выбросить вот эти вот патроны. Нет, не надо, не закрывай. Да, выброси. Что, подобрать больше нельзя, что ли? Вот это поворот. Вот это поворот. Да вот так вот сфоткаем. Тебе повезло. Мне повезло, я обосраться везучий. Давай-ка мы возьмем вот это. Не бей меня. Бежим. Бежим, бежим, бежим. Просто бежать нужно. Где она? Я не вижу ее, блядь. Все. Чтобы создать патрон. Спасибо большое за совет. Попал, попал. Попал. Я такой меткий, прям вообще не могу. Вообще не стыдно. Умерла, что ли? Нет, не умерла. В раке это все. Не умерла она. Больно быстро бы произошло это все. Несносный человечишка! Да умри ты уже. Тебе меня не убить. Да я тебя уже почти убил. Где ты? Еще разок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет. Да не хочу я тебя ничего отнимать. Отстань от меня. Просто в покое меня оставь. И в плену хорош меня держать. Глупсим вот этим заниматься переставай. Бежим. Да не сожр... Ты меня не сожрешь. Сожрет меня твой пес, если только. Хотя, может, и ты сожрешь, не знаю. Кто знает, кто знает. Не надо мне руки с ногами вырывать. Я тебе что плохого сделаю? Ай, промазал 3 раза подряд. Или 2. Твоя дочь теперь наша. Не твоя, моя дочь, ты сама сказала. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Меня уронили. А, это заставка или что? Без заставки ничего страшного. Ой, ой-ой-ой-ой. Ну, нужна и нужна, отстань от меня. Что творится? Она сейчас башню эту сломает, и я упаду вниз. Тебе больше некуда деваться, Итан. Да есть мне куда деваться-то. Ты глупости придумываешь. Не стесняйся, покажи мне свой ужас. Ужас показать тебе? Я не могу тебе ужас показать, я тебя не боюсь. Ой, блин. Ты умрешь. Да нет. Я сожру тебя до последнего куста. Где лов-то, блин? Чтоб меня что? Дочь мне мою отдай, собака такая. Да-то ты воешь сейчас от отчаяния, а не я буду выть. Мне кажется, мы не очень в равных положениях, и ты сейчас просто умрешь, а я-то буду дальше жить. Глупость все это. Кто из нас тварь, еще посмотреть нужно повнимательнее. Так, и чё? Испорченный пир. Так, и... Не я здесь проклят. Во-во, и я о том же. Побежали. Чё это такое? Ой.
Ловушка, что ли, какая-то? Так. Похоже, я смогу выбраться. Да, я смогу выбраться, но дочку-то мне найти надо. Мне бы сохранялочку найти. Мне бы найти сохранялочку. Сохранялочку можно найти? Да, можно, отлично. Давай на этом сохранимся и закончим. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки. Увидимся с тобой в следующей серии. Возможно, она еще выйдет. И пока.